Сегодня день, сегодня праздник наш приурочен к Дню защиты детей. Вот у нас такая вот фотозона замечательная. И сегодня я угощаю всех детей сладостями. Всех детей, которые проходят мимо, угощаю сладостей от Хелпер Запорожья, от наших друзей. В общем, дети это цветы. Вот. Наши отношения, мое лично, активистов Хелпер Запорожья к детям все знают. Поэтому вот сегодня от нас такой вот... такая акция. Всех деток угощаем сладостями. Могу сказать, что в буквальном смысле сегодня помогли. Помогли выиграть, помогли там поднять настроение. Просто приятно было и пообщаться и с хорошим представителем, человеком. Я думаю, что, соответственно, если такие люди идут у организации, соответственно, она делает очень хорошие дела и помогает. Все фотографируются, уже раздали 500, около 500 шоколадок. В общем, всем нравится, дети счастливы. Как говорится, пусть у них жизнь будет сладкой. Начали. Я хелпер. Запорожье. Да. Запорожье.